привет! Сегодня бы я вам в этом мастер-классе хотела показать, как связать вот такие пинетки-босоножки. Они, сейчас я вам скажу, сколько в сантиметриках подошва. Вот. 10 сантиметров. Такие пинеточки отлично подойдут для платьичка в качестве так вот, ну как бы босоножечек, так сказать, пододеть. Я их украсила, связала основку и украсила вот такими бантиками. Просто кусочками ленточек, завернутыми в бантик. Вот здесь вот я оставила ниточку для того, чтобы их пришить. Также вам понадобится пуговичка. Вот, я уже одну пришила, то есть две пуговички. Вот. Также пряжу я взяла в качестве основного цвета красную. В качестве дополнительной полосочки розовую. Хотите, вяжите однотонную. Вам также понадобятся спицы. Я взяла чулочные две штучки, троечку. Крючок для заправки кончиков, для набора петелек. В общем, нам понадобится еще крючок. Также ножнички. В общем, если вам понравилось, присоединяйтесь, будем вязать. Также я не сказала вам пряжу. Я взяла остаточки, у меня были Alize Lana Gold Fine. 390 метров в 100 граммах. И для спиц троечки. Я еще раз повторюсь, чтобы вам было понятно. Розовый у меня также я взяла остаточки, но это Baby Wool детский. В принципе, по метражу они соответствуют. Если вы будете брать так же, как и я, то желательно, чтобы у вас ниточки были соответствующей толщины. Сейчас нам нужно набрать для начала 37 петелечек. Но отступите ниточку, чтобы у вас при наборе петель еще осталось где-то приблизительно 15-20 сантиметров. Мы будем подошву сшивать. Первые две петелечки набираете на одну спицу, чтобы у нас были не растянутые начальные петли. И еще приставляете вторую спицу, набираете 35 петелечек. 1, 2, 3. И так наберите самостоятельно всего, чтобы было 37 петель. Вот я набрала 37 петелек, вытаскиваете спицу, но смотрите, чтобы вы не вытащили ту, на которой у нас начальные 2 петельки. Теперь смотрите, вот я набрала петли, и у меня остался вот такой еще кусочек ниточки. У вас тоже так должно быть. Первый ряд провязываете полностью лицевыми, и все последующие нечетные ряды провязываете просто лицевыми все петельки. То есть первый вот сейчас мы провяжем, третий, пятый и так далее. В общем, все четные, нечетные ряды. Этот ряд довязываем до конца лицевыми петельками. Второй ряд вяжем следующим образом. Первую петельку снимаете. На вторую делаете вот так вот, смотрите, накид второй. Теперь провязываем 17 петелек просто лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Теперь снова делаем накид, одну лицевую, накид. И снова 17 делаем лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Снова накид и последнее лицевая. Смотрите, система была на самом деле очень простая. Мы сняли первую петлю, провязали накид. Ну, накинули накид. 17 лицевых, накид. 1 лицевая, накид. 17 лицевых, накид и лицевая. Следующий ряд вяжите просто лицевыми. Но лицевыми мы будем вязать следующим образом. Смотрите, и все последующие, что я вам говорила, нечетные ряды. Первую кромочную снимаете, затем вторую вяжете перекрещенные за заднюю стенку. То есть наши накиды нам нужно провязывать за заднюю стенку перекрещенную. Вот сейчас я провяжу снова наши лицевые. И все накиды последующие будете вязать, как мы провязали сейчас вот эти. Сейчас я вам дойду снова до накида и покажу. Вот смотрите, вот накид. За заднюю стенку провязываете лицевую. Она у вас получилась перекрещенной. Снова вот провязали лицевую и за заднюю стенку
накид. И последний накид делаете точно так же. Четвертый ряд. Кромочную снимаем, вторую вяжем лицевой. Делаем снова накид 17 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Теперь снова делаем накид и уже вяжем посередине между накидами 3 лицевых. Снова накид и 17 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Снова накид и 2 лицевые. Шестой ряд. Кромочную снимаем, 2 лицевых. Затем накид, 17 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Снова накид. И уже посередине накида будет 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова накид. 17 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Накид. И 3 лицевых довязали. Восьмой ряд. Кромочную снимаете, 3 лицевых, 1, 2, 3. Накид, 17 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Снова накид. И внутри у нас будет между нашими накидами будет уже 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Снова накид. 17 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17. Накид и 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Смотрите, на самом деле система очень простая. У нас благодаря тому, что мы увеличиваем петли в начале, в середине и в конце с помощью наших накидов, увеличивается, мы сделаем здесь мысок с нашей подошвы, а здесь пяточку. Теперь смотрите, мы провязали с вами сейчас 8 ряд, 9, 10, 11, 12 и 13, то есть 5 рядов. Провязываете просто лицевыми, то есть 9 вы делаете с перекрещенными лицевыми накиды наши, а затем по 13 ряд просто вяжете туда-обратно без прибавлений, без ничего, как бы без накидов. Разных, в общем, просто чулочной вязкой. 5 рядочков. Провязали 13 ряд, повернули на 14. И теперь обрезаем ниточку, но не слишком коротко. Так, где-то сантиметров 10 оставьте. И что мы сделаем? Смотрите, первую снимите, вот, кромочную, и ниточку за оставьте. Вот, вот, видите, я просто поменяла ниточку, чтобы она у нас была сзади. Теперь присоедините розовый цвет или какой у вас там дополнительный цвет вот к этой ниточке, так, узелочку. Вот, просто поменяем цвет. Вот, узелочек готов. Теперь что мы делаем? Мы теперь начинаем с кромочной провязывать лицевые. То есть смотрите, вот этот ряд нам нужно провязать с кромочной для того,
чтобы у нас поменялся цвет с первой петельки. И дальше продолжаем вязать целый ряд. Это у нас 14-й. Так нам нужно довязать до 17-го. То есть провязывайте 14-й, 15-й, 16-й и 17-й. Тогда продолжим. Вот я довязала до 18-го ряда. 18-й ряд вяжем следующим образом. Первую кромочную снимаете, затем 17 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Теперь смотрите. 2 вяжем следующие вместе лицевой. Затем следующие 2 вместе лицевой. И так нам нужно сделать 4 раза. Это мы сделали 2, 3 и 4. Теперь просто вяжем одну лицевую и снова повторяем 4 раза по 2 петелечки лицевой. 1, 2, 3, никак не хочет, видите, у меня 3. Теперь 4. Вот, последние 4. И получается, сейчас вяжем 17 лицевых, 18 кромочная. То есть до конца. Хотите, просчитайте. У вас должны убраться средние петли, как бы делаться верхнее закругление сандаликом. Вот. Довязываем до конца. Следующий ряд вяжем просто лицевыми. Все как всегда по рисунку. 20 лицевой ряд. Также кромочную снимаете и делаете все петли лицевые до конца ряда. Все абсолютно до конца. 21 ряд. Вяжем так. Первую кромочную снимаете. Теперь 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь смотрите. Вяжем 2 лицевые. Но первую из этих двух протягиваем на вторую вот так вот. Вот сейчас с первого раза, видите, не получилось. Тоже может соскакивать у вас. Вот, делаете протяжку, как бы одеваете на вторую. Теперь снова вяжете третью, снова протяжка. Четвертая, протяжка. Как бы закрываете петли, вот смотрите, у вас пошло закрывание петель. 11 у вас осталось на первой спице. И вот мы идем закрывать петельки. Закрывать мы тоже будем не до конца, а тогда, когда у вас останется 10 петелечек и 11 ту, которую мы сейчас протягиваем. То есть, чтобы у вас и на второй стороне было 11 петелек. Вот. Закрываем, закрываем. Сейчас я буду закрывать. И когда мы с вами дойдем до 10 петелек, я вам покажу. Вот, я дозакрывала. У меня здесь 10 петелечек на левой спице и на правой спице 11 и одна вот, которую мы закрывали. Теперь оставшиеся петельки провяжите просто лицевой. То есть вот у вас 3 уже петельки, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Теперь смотрите, у вас получилось 2 стороны по 11 петель. Вот. Теперь я вам предлагаю переодеть вот эти петельки на одну спицу. Но как бы сделать это нужно кругом. Берем нашу спицу. И снимаем вот так вот на нее. Делаем как бы на разных спицах наши стороны. Теперь поворачиваем вот так вот как бы кругом. И переодеваем оставшиеся петельки вот так вот на первую спицу. Но при этом последнюю петельку я вам советую взять крючок
И смотрите, у нас здесь было как бы начало закрывания, видите, такой вот как бы разрывчик получается петелек. Я вам советую где-то в начале вот этого разрывчика снять петельку вот эту и продеть ее через вязание, вот здесь вот, где вы закрывали. Как бы замкнуть вот этот, ну, вот это пространство, нам нужно его заполнить. Вот видите, получилось довольно-таки аккуратно, как в начале, так и в конце. Вот видите? Обратите на это внимание, пожалуйста, и исправьте. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы отрезаем вот эту нить, но с запасом того, что вам нужно будет зашить вот этот промежуточек розового. То есть буквально там сантиметриков 10 я вам предлагаю оставить. Теперь, так как я делала уже... как бы уже сделала, получается, правую босоножку, я буду делать левую. Вы, если будете делать правую, смотрите, будете делать все в зеркальном отображении, что мы будем делать сейчас. Вот. Итак, у меня завязочка сейчас будет, вот эта вот полосочка, будет с правой стороны от меня, то есть с левой стороны. Вот. Итак, что я делаю? Смотрите. Я беру другой цвет, красный у меня в данном случае, набираю полосочку из, я просто беру вот кусочек красного и из него набираю полосочку из 14 петелек, то есть делаю 14 воздушных петелек. Вот вы закрепили, одна, будем считать, вот сейчас, одна, теперь вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. И что я делаю? Четырнадцатую закрепила, вытащила и обрезала эту ниточку. Обрезала таким образом, чтобы нам ее просто было присоединить. Если вы делать будете первую, вот как я сделала, то вы просто наберите косичку, но не отрезая. То есть вот здесь вы прицепите ее. И не отрезая, продолжите делать то же самое, что мы сейчас будем делать. То есть у вас здесь будет не отрезанная нитка, а моточек. То есть вы вот наберете свои 14 петелек и присоедините. Здесь у вас будет моток. То с этой стороны вам придется обрезать и сделать 14 воздушных петелек на отрезанном куске нитки. Вы потом поймете почему. Я, если честно говоря, перепробовала уже массу вариантов, как здесь присоединить так эту повороску, чтобы не отрезать. Если у вас какие-то будут предложения, можете прислать, мы их рассмотрим, заодно я исправлю свою как бы ошибку такую вот. Потому что я считаю, что я, честно говоря, не знаю, как ее исправить, поэтому я буду пока делать так, я уже так делаю давно. Вот, я же говорю, если у вас будут какие-то предложения, то присылайте, мы их рассмотрим. Итак, я вам предлагаю просто завязать здесь узелочек, но таким образом, чтобы косичка у вас не была в узелке. Вот, расправляете ее вот так и закрепляете максимально близко к вязанию. Но узелок делаете не полный, а буквально один, чтобы потом его развязать и хорошо закрепить ниточку. Теперь, что я вам предлагаю? Присоединяем ниточку следующим образом. Смотрите, вы повернете к себе вязание, у вас вот этот розовый ряд был изнанкой, ну то есть вот изнаночный последний ряд, то мы сейчас будем вязать лицевой, правильно? Теперь смотрите, мы прицепляем ниточку так, чтобы у вас остался кусочек для чтобы пришить, в общем, пуговичку. Я его всегда оставляю, чтобы не прятать кончик, а сразу я оставляю, чтобы пришить пуговичку. Теперь, смотрите, что мы делаем. Мы берем вторую нашу спицу и провязываем вот эти все петельки, которые у нас на спице розовые, я провязываю их лицевой. Вот. Я зацепила красную ниточку, оставила ниточку для пришивания пуговички. И все петельки я провязываю лицевой. Но почему я не отрезаю ниточку, ничего, я же говорю, я ей буду... Никуда ее не девайте, мы ее просто проденем в вязание, то, что мы сейчас провяжем. Она у вас пока будет в свободном, как говорится, состоянии, будет немножко вытаскиваться. Но вы ее потом
проденете сквозь, вот здесь вот сквозь вязание, и пришьете пуговичку. Вот. Смотрите, мы продолжаем, как бы замыкая круг, мы продолжаем провязывать красным цветом. Так, вот вы провязали все розовенькие. И теперь мы дошли до красных воздушных петель. Что мы делаем? Поворачиваем к себе вязание, вот косичку. И с первой же петельки я вам предлагаю взять крючок, потому что не будет очень удобно. Предлагаю взять крючок. Так, и вот так вот натянув ниточку красную с основного вязания, мы будем сейчас набирать петельки. Нам нужно набрать 14 петелечек. Итак, вошли в первую воздушную петлю, захватили ниточку, вот у вас петелька. Раз. Вы ее одели на вязание, на спицу, на правую. Теперь вторая петелечка у вас, вот она. Вы снова сделали петельку вторую. Теперь третья, третью и так далее. Вам нужно со всех воздушных петелек сделать вот так вот петельки на правую спицу. То есть вот вы, зацепляя крючком ниточку, делаете петельки. И так вам нужно сделать 14 петелек, продев каждую петельку ниточку и одеть ее на правую спицу. Продолжайте самостоятельно, я думаю, здесь в принципе ничего сложного нет. Как вы видите, я набрала 14 петелек от места соединения. Разворачиваю другой стороной и первую снимаю, а все остальные петельки провязываю лицевыми. Просто вот до конца спицы полностью все петельки, до, можно сказать, места пришивания пуговички, я провязываю все петельки лицевыми. Туда провязываю петельки лицевыми. И обратно, то есть этот ряд до конца и следующий возвращаю до конца. Теперь, развернув, довязав два ряда лицевыми, разверните и первую кромочную снимаете, следующую провяжите лицевой. Теперь сделайте накид, а следующие две провяжите вместе лицевую. То есть это и будет у нас место для нашей петелечки. Вот эта петелечка будет для пуговички. И до конца ряд довяжите лицевой. Этот ряд довязать нужно лицевой до конца, а следующий ряд провязать также лицевой, вплоть до того, что вы этот накид просто провязываете лицевой не скрещенной петлей. То есть, чтобы у вас в итоге получилась все-таки дырочка, а не провязанная лицевая, как мы делали на подошве. Вот, довязываете этот ряд до конца полностью спицу и следующий, также лицевой. Вот я довязала до того места, где накид, просто провязываете лицевой и две последние также лицевой довязываете. Вот у вас получилась дырочка. Теперь разворачиваете наше вязание на изнаночную сторону и что мы делаем? Первую кромочную снимаем, следующую провязываем лицевой и делаем протяжку. Теперь снова третью провязываем лицевой и делаем протяжку. Четвертую лицевой и протяжку. Но делайте протяжки не сильно туго, так как это у нас такая, скажем, перепоночная часть босоножки. Она должна быть эластичной, поэтому делайте не сильно туго, не сильно затягивайте наши вот эти петельки протяжек. Итак, нам нужно закрыть петли до самого конца, до последней петелечки на спице. Вот мы закончили до конца закрывать протяжками петельки наши. Вот она, наша лямочка готова. Я здесь предлагаю вам все-таки зафиксировать нижнюю ниточку и спрятать ее между вязанием, вот здесь вот. Ну, я так подумала почему-то, на первой мне было удобно ею пришить, а во втором варианте я предлагаю вам все-таки ее спрятать. И вот этим кончиком, то есть сейчас вы получаете, получается, сделаете воздушную петельку, вот, ну, я ее сделаю руками, и оставите как раз-таки здесь кончик для пришивания нашей
пуговички. Ну, то есть вот вы как раз затянете его, и чтобы не прятать, не делать этот уголочек более таким грубым, просто между вязанием протянете вот здесь вот, где место, где будете пришивать пуговичку. Вот я вам сейчас покажу. И продели в это место, где пришивать пуговичку. Видите, у нас получился довольно-таки негрубый краешек. Вот, а здесь просто пришиваете пуговичку и все. Вот. Мы закончили здесь с лямочкой. Здесь вы тоже спрячете кончик с изнаночной стороны. То есть вот с этой стороны проденьте вот так вот крючочком, где вам удобно, в принципе. Там и спрячьте вот эту ниточку. Желательно зафиксируйте ее хотя бы минимальным полуузелком, то есть, ну, чтобы она нигде не выскочила. Вот, допустим, вот так делали воздушную петельку и хорошо затянули ее. Вытянули ниточку и затянули. И снова так между петельками хорошо спрятали ее. И, в принципе, его не видно. Почему я вам предлагаю фиксировать все полуузелками хотя бы? Потому что это детские пинеточки, то есть вы захотите, чтобы они были практичными. Не только, чтобы они, как говорится, были красивыми, но и их можно было одеть, допустим, не один раз, а три, к примеру, раза. Вот. Итак, выворачиваем на изнаночную сторону, вытягиваем все наши ниточки, вот эти связания. Вот у нас кусочек розовый остался, кусочек красный и вот этот кусочек. То есть смотрите, что мы делаем. Поворачиваем таким образом, чтобы нам было удобно сшить. Берем крючок. Я сейчас вот эти все ниточки поубираю, чтобы они мне не мешали. Вот, смотрите, поворачиваем вязание. И теперь в первую стеночку косички и во вторую втыкаем вот так крючок и выводим петельку. Видите? Снова в первую стеночку, во вторую стеночку петелька. И делаем вот такую вот протяжку, как бы соединительными столбиками. Сшиваем наши края, то есть вот в два столбика протянули. И предлагаю вам протянуть еще один, сделать воздушный столбик в красный. Оно немножечко будет как бы выглядывать с лицевой стороны розовой, но зато у вас плотненько будет зафиксирован розовый вот этот цвет. Вот. И вытянули. Здесь вы дальше спрячете вот этот кончик. И продолжаем нашей красной. То есть вот у вас продолжение идет красной ниточкой. Снова в первую, во вторую стеночку, вот, первую, во вторую, петелька, теперь снова в первую, во вторую, протяжка, первую, во вторую, петелька, затем протяжка. И так вам нужно сделать вот таким образом до конца, вот, до сшития подошвы полностью, вот такими стежками сошьете подошвочку. Вот я сшила до конца нашу подошвочку, и мне осталось только попрятать все вот эти лишние кончики ниточек. После того, как мы убрали все кончики, спрятали, выворачиваем на лицо, на лицевую нашу сторону. Смотрите, здесь все получилось довольно-таки аккуратненько. Здесь у нас осталось пришить пуговичку. Я сейчас ее быстренько пришью. И покажу вам, что делаем дальше. А теперь завершающая часть наших вот таких вот босоножечек. Смотрите, это самая любимая моя часть. Здесь я буду сейчас пришивать вот бантик второй. Здесь вы, как пожелаете, уже можете сделать вот такие вот цветочки. Вот так вот. Можете здесь цветочек сделать вместо, вот где у вас будет вместо... для пуговички, в общем, на лицевой стороне, так сказать, на вот этой бляжечке, так сказать. Можете пришить вот такой цветочек, то есть, когда они такие классические, очень тоже неплохо смотрится. Можете пришить, допустим, два цветочка вот так вот с бусинками посерединке, либо один. В общем, здесь уже играет роль ваша фантазия и только. Здесь, как вы решите, так, ну, я считаю, и будет. Поэтому я люблю самую завершающую эту часть, самая моя любимая часть, тем, что здесь играет моя фантазия. Я могу здесь пришить, допустим, несколько бусинок по кругу разными цветами, либо, допустим, это будут жемчужные какие-то бусинки.
В общем, смотрите, пришиваете пуговичку, а здесь уже даете волю своей фантазии. В общем, я надеюсь, что вам понравилось. Если да, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем ровных петелек, пока-пока!